Добрый вечер, уважаемые любители мини-футбола «Футзала». Приветствуем вас из дворца спорта «Юбилейный», который расположен в городе Югорске, где продолжается у нас полуфинальная серия «Пари Суперлиги». «Газпром Югра», город Югорск, принимает мини-футбольный клуб «Норильский никель». Это четвертая игра. Счет в серии 2-1 в пользу гостей из Норильска. Итак, прозвучал свисток, оповещающий о начале первого тайма напряженного четвертого матча. Он будет действительно очень напряженный. Итак, в воротах «Газпром Югры», как вы уже заметили, да, конечно же, бессменный голкипер, мастодонт, в общем-то, скала, глыба, да? Здесь первое нарушение правил у нас. Вот в таком сочетании сейчас, может быть, что-то придумают. Но Вильян-то отсюда может и пробить, в общем, своей левой. Все это знают. Удар! И 1-0 Вильян открывает счет. Спустя минуту и 52 секунды. Хорошее начало. Так, все правильно сделал, да, увидел тут коридор для полета мяча. И посмотрите, что творит Вильян! 2-0. Очень-очень хорошо зашли «Газпром Югра» в игру. И проходит передача там здорово. Кутузов в обороне сыграл. И Чимба. Хорош Балашов сейчас. Чимба, удар, 3-0. Но здесь не разбериха. Вот первый-то удар как раз Балашов подтащил. Отменяется гол. Пока мы смотрели с вами повтор. Гол не засчитан. Норильский никель в атаке. Давыдов. Вильян. Удар. И посмотрите, что творит шестой номер «Газпром Югры». И удар-то получился какой-то смазанный. Но если вот предыдущий гол не засчитали, там были, да, какие-то сомнения. Но сейчас просто вот чистый, пожалуйста. Костромин начинает дирижировать. Да, тут рукой показывает. Давайте туда. Я вам помогу здесь. Костромин, удар. Купатадзе. Все прекрасно видел. И ворота-то пустые, да, тут нет, только Кудзиев, и посмотрите, все, как по книжке, пожалуйста. Но Кудзиев ничего не мог сделать, просто убрать руки только за спину и стоять, да, в надежде, что мало ли, мяч попадет в него. А вот и наказали. 2-1 в серии, ну а у нас вторые 25 минут четвертого матча. Здесь две сверкающие головы, да, сошлись. Удары! Нет! Да, показывает арбитр, что мяч пересек все-таки линию от перекладины. Это гол! Это гол! Это гол! Ой, Норильск по-прежнему пятером. Я думаю, сейчас до конца матча-то пока как минимум не сравняют. Да, будут играть пятером. И сейчас, пожалуйста, шестой мяч. Это уже Чимба. 6-0. Ну вот о чем я и говорил. Да, сейчас немножко игра подутихла. Темп уже не такой. Удар. И это гол. Да, в нижний правый угол залетает. Дальний удар. У нас Алекса. 6-1. Неплохо расположились, контролируют мяч сейчас норильчане. Удар заблокирован Давыдовым. И контратака может получиться у «Газпром Югры». Чимба, удар мимо ворот. На владение мячом на своей половине площадки, да, голкиперу. Родригиньо здесь слева крутый. Удар, гол, 6-2. Нет? Да, все-таки мяч в ворот. Итак, Костромин, Родригиньо. Звучит у нас сирена. Итак, закончился четвертый матч полуфинального противостояния «Газпром Югра», город Югорск, Норильский никель. Со счетом 6-2 в этой игре одерживает победу югорский коллектив. И серия, как я уже говорил, перемещается в Норильск.